Друзья мои, третья часть тренировки с резиновым эспандером. В этом упражнении мы сделаем с вами быстрый, резкий старт, начало атаки. Упражнение заключается в следующем. Одеваем резиновый эспандер на уровень пояса и работаем бой с тенью. Легко, свободно. 3 минутки работаем. Но каждые 10-15 секунд мы делаем взрыв с выпадом вперед, с атакой. Работаем. Да-да-да. Вперед. И опять возвращаемся. Опять немножечко вперед. Одиночные можно также. Раз, два, три. Отработали. Да-да-да-да. Быстро вперед. Резинка должна быть все время в натяжении. Чувствуем, как она вас назад тянет. А вы вперед. И работаем. Опять. Да-да-да. Вперед. И назад. Двигаемся, двигаемся. И опять назад. Работаем, ищем, ищем, ищем. Резко. Вперед. Рывок сделали. Такое упражнение поможет вам быстрее стартовать с места. Делать этот быстрый взрывной скачок вперед. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, будет вам полезно. Пробуем, тренируемся. Удачи!